первое впечатление, ну, наверное, надо сказать, вау. Ух ты. Неожиданно. Здорово. Юрий Сапронов, когда мы проезжали по Солонешинскому району, вот, он сказал, это Новая Зеландия. В чистом виде Новая Зеландия. Только озер нету. Так много рядом, как в Новой Зеландии, но это Новая Зеландия. Вот. И хорошо, мы берем на заметку, если нам надо снять Новую Зеландию, мы будем знать, что где у нас снимать Новую Зеландию. Белокуриха. То есть там столько много уголков. Причем, чем вот она интересна, что в Белокурихе можно снимать не только фильмы про наше пространство, алтайское, но можно и снимать как кусочек Европы. Да, скажем так, мы с Анжело присели на берегу этой речушки, там столик такой над водой, вот, мы сидим, дышим, и он говорит, это локейшн, романтик, накрыть стол, канделябры, первое свидание, вот, а рядом мосточек, вот. И он такой смотрит и говорит, сделать ремонт, камень, это, ну, то есть сделать облицовку, как, это, все, это. И уже это, уже получается шикарная кинолокация в шаговой доступности. Всех поразило, конечно, озеро Колыванское, которое мы называем Савушки. Вот. То есть и озеро, и эти вот необычные монолиты, которые ветром за тысячи лет такие образовали блинчики. Сказали, да, здесь можно снимать фантастику. Нашей главной задачей было показать именно Алтайский край. Ну, не секрет, что для многих, особенно москвичей, питерцев, да даже наши соседи порой не делают различия между Алтайским краем и Республикой Алтай. Для всех это один Алтай. И есть места красивые, прекрасные, замечательные, но их можно поделить на туристические, которые привлекательны именно для туристов, для того, чтобы приехать, посмотреть, подышать, насладиться воздухом, природой, потрогать воду из водопада или родника, попить. Вот. А те же самые места, удивительные, привлекательные для туристов, не всегда могут быть отличной, привлекательной кинолокацией. Ну, скажем так, у нас много озер, но половина наших озер можно найти и ближе к Москве. Так, вот у нас есть места удивительные, замечательные, в горах, в предгорье, да, вот на озере Белом. Так? А гости приехали, смотрят и говорят, о, это Карелия. То есть Карелия в чистом виде. И получается, что в Карелию ближе приехать, снять. К нам ехать, снимать Карелию смысла нет. Но для нас это польза. Если мы захотим снять Карелию, нам не надо ехать в Карелию, мы уже знаем, Карелия есть у нас. То же самое можно сказать про знаковые места. Скажем, те же водопады, какие-нибудь там горные дороги. То есть они есть и на Кавказе. Например, мы приезжаем на локацию, смотрим. Да, это красиво. Но это не киношно. То есть это красиво, чтобы приехать и посмотреть. А снимать
Ну, это можно снять и ближе к Москве. Алтайский край, он чем удивителен, что это не обязательно на одном месте. Приехали, и вот все, вот мы на одном месте все снимаем. Мы же можем снимать, что называется, по кусочкам. Истории про путешественников, истории про соревнования, те же ралли. Они могут быть и рафт-ралли, и авторалли, и велоралли. То есть вот все. А удивительных мест у нас полным-полно. Это мы проехали только по предгорной части Алтайского края. Но у нас ведь есть Бурсоль, другие соленые озера. У нас есть тайга, у нас есть знаменитый ленточный бор. То есть у нас много удивительных мест. –